Всем привет! Видите, жучок довольный, хвостиком машет, погодка хорошая, но не ест, зараза. Вот, видите, у него и супчик с куриными потрошками вареный. Так, что-то он похлебал немножко. То же самое, вечером ему дал, не стал есть. С утра встаю, вроде съел. Сушняк вообще не ест. Вот. Но гуляет с нами хорошо, бегает. Ну, не знаю, как вы говорите, может быть, она худеет, чтобы там молоко не вырабатывалось. Надеюсь, что она сама регулирует свой процесс и в этом плане сама разберется. Вот сейчас, видите, захотела поесть, кушает. Да, жучок? Молодец, сейчас гулять пойдем. Давай, покушай, пойдем гулять. Пойдем гулять, до магазина дошли. Гречку всю сожрали. Это хорошо, что мы щенков кормили до этой пандемии. До пандемии. И гречка была в доступе. Сейчас нет гречки в магазине даже у нас. Вы представляете, у нас в сельском магазине нету гречки. Но туалетная бумага есть. Вот. Но мы не запасаемся, честно говоря. Вот. Как-то не реагируем на это. Ну, сейчас пойдем с жучком по деревне, покажу вам пустые улицы наших деревень. Все сидят дома, все боятся вируса. Ох, прям очень страшно. Друзья, сумасшедший ветер и пустые деревенские дороги. Представляете, вот один жучка здесь бегает, а все остальное население деревни брошены машины. Коронавирус добрался до Ковригина. А раньше, я помню, эти веселые улицы. Скоморохи бегают, веселятся, гулянья. Эх, ярмарки. И все. Куда-то все это в одночасье делось. Да, вот видите, зараженные вещи все вынесли на улицу. Вот. Жучка, правда. Жучка, не прикасайся к ним. Ты что? Вот, а? Вот так вот. Здесь только волки остались и собаки, видите? Некормленные причем. Некормленные на цепи собаки. Все остальное население вымерло. Нет, вон бабулька. Бабулька ковыряется, там картошку накапывает прошлогоднюю. Поесть хоть что-нибудь. Друзья, вот такие вот у нас, видите, домики в деревне. Вот умельцы здесь такие живут. Художник какой-то. Вот так вот оформил. Видите, там статуэточки. А зимой здесь у него ледяные фигуры, он из дерева делает. Вот такая вот у нас творческая деревенька. Жучка. Так, ну что, жучок у нас тут, видите, нашел мать и мачеху. Да, жучок, молодец, молодец. Вот у нас уже повылезала мать и мачеха. Все, весна пришла. Ребят, ветер сумасшедший, конечно. С жучком пошли к реке гулять. Ветер сумасшедший. Решили, что не пойдем туда гулять, потому что так дует страшно, что боюсь, обратно пойдем, это все в лицо будет дуть. Жучка, пойдем обратно, пойдем. Давай покажем лучше, покажем, что там у нас у Бени, да? Покажем Дуняшу, Беню и Мишку, да? А с тобой потом туда прогуляем. Там, кстати, у нас дуб такой есть, чудесный, вот именно дуб. Тоже очень большой. Ну, как-нибудь покажу вам. Да, вот. Сэр Бернар мужской, там все у нас. Вот. Дальше у нас. Да что ты, глянь, сколько листочков-то. Это через неделю против клещей дали обработать. Вот. Дальше сделали нам прививку повторную. А в 6 месяцев поедем против чумки, да? Или что там? Не чумки, бешенство. А, против бешенства. В 6 месяцев поедем. Так что все мы сделаем. А чумки — это вот эти прививки. А, это от чумки? Да. А это в 6 месяцев против бешенства. Когда зубики прорежутся, говорит, настоящий-то, да? Сделаем. Да, вот. Вот так. Он у него зубы-то. Молочные, видишь, чешутся, да, грызет все подряд. Грызун, блин. Грызун, да? Ты грызун. Да, и весит он сейчас 7300. 7300 взвешивали, да. Вел себя хорошо. Купили ему косточку большую, зубки. Это, грызь и ошейник красивый мы взяли.
Нафиг, скажи нам эту уздечку. Да, красавец. Да, это от красавец. Шлейки мы отказались, потому что она ему давит и неудобно. Да. И он ее еще и погрыз. Ждали полтора часа, там коту операцию делали. Да, мы так и страдались. Приехали все трое голодные. Да. Да. Ну вот. Гуляй, сейчас он тебе поможет помыть. Угу. Угу. Не, правда, это кончик отрежем сегодня. Да? Вень, ну хвостик-то это ж твой. Ну и что скажешь, мешает мне все. Да. Все надо погрызть. Ты у нас парень-то при паспорте теперь, смотри, при паспорте. Ушки хорошие, сказали. Чистить не надо, промыть, если перекисью только закапывать, не нужно ушки. Ушки чистенькие. Ботинок-то от моих. Все, свалился. Не, у меня дела, Меня. Ушки чистенькие у нас. Ты тут не заваливайся. Да. Иди побегай. Боевой друг растет. Кушаем все, да, мамка, и кашку, и фарсик. Сейчас сердечко дам куриное, да. Пошла сердечко давать куриное. Да. Ой. Вот так вот. Да. Милое дело, скажи. Да. Какаю, скажу, немало, да, тоже. Как у Ильи. Куча, блин. Как? Да, Бенечка? Да, только у него там... Там их много. Сосредоточено было. Ладно, тут один нехило. Да, Бенечка? Скажи, я один засру вам весь двор, да. Ну, ладно, пойду я его покормлю. Идите. Да, Бенечка? Иди, вон, сходи. Ага, сейчас, скажу. Да он за тобой. Ну, там крошка пузатая лежит, беременная, там крошка лежит, а не ходи, иди к вам. Как миской загремишь, так он сразу, да? Сейчас принесу. Иди к Роме. Нечего там мешки-то подгрызать тут. Ой, и шерстка поменялась у него, вот шерсточка какая стала. Чего? Сразу зачухался. Ой, да, ой, тя, весь чистенький, красивый у нас, Бенечка, красивый. Кто вышел там? Наш красавчик-то вышел, а? И миску вытащил, да. Наверное, весь свой, как сухарики. Весь корм высыпал в будке, да, весь корм в будке высыпал, да, ой, красавчик-то наш. Ну что, будем гулять или есть? Кушать или гулять? Надо. Ой, там, мы хвостиком этом. Да я не уйду, кушай. Ой, растрепал. Всю будочку растрепал. Да выходи гулять, выходи. Глянь, носок-то мой как уделал. Носочек как уделал, да? Вот так вот, отобрал. Ну, пошли гулять, пошли на солнышко. Ой, Бернардик, ну, я тебе поставила там мисочку-то, поставила, иди. Это пустая, это домой. Пойдем, вот. Беня, где? Бо, а? Кушай. Будем гулять, не бойся. Не уйду, кушай. Сейчас мясо выберет. И все. Мяско выберем. Погода налаживается, хорошо. Ешь. Думала, дождь на весь день. Скажи, не мешай кушать-то, не мешай, скажи. Вкуснятинка. Да, все, поел. Ну, побегай еще, поешь потом. Да, побегай. Ешь давай. Наешься. О, мурло идет. Кушай.
Кош. Мужло идет, где-то шлялось. Красотка Мэри. Ой, тя-тя-тя. Да так-то погулять-то, поигадаться-то, да. Оказывается, у тебя вчера прививка чесалась. А мама думала, ошейник, думала, клещук, а где заловили там, да. Хмызники, да, там. Да, куда ты его делал-то? Кого? Ошейник дома? Угу. Надо обрезать. Да потом это, померим, обрежем. Да-да, а то Рома припарковался в хмызнике вчера, да. Да, мы там и лазили, и какашки там, и заросли, да. Ой, ой, ты мой хороший. Ну что, опять зашел? Да, смотри, уделался погиб-то как. Да, Венечка, ай, ну иди на солнышко, иди на солнышко. Вот такой красавчик. Красавчик, поиграть с тобой надо, поиграть с тобой надо, да, поиграться надо. Ну. Ой, ты какой чистенький, красивый, да, очаровал вчера всех там, да, лечебница очаровал всех, да, красавчик, красавчик, да, все у нас чистенькое, все у нас хорошее, упитанные в меру, да, упитанные в меру, красивый мальчик. Вот так вот, вот на Рому, давай на Рому, штаны ему подери. Рома, подери штаны ему. Ну что, пойдем за игрушкой. За игрушкой пойдем. Мурло прочесало так. Да грызи, старая, грызи. Специально достала, чтоб ты грыз. Бенька-бенька-бенька. Бенька-бенька. Иди, доедай кашу-то, доедай. Вот. Ой, ну, сапог снимать не буду. Заставил сегодня мне носок снять, да? Заставил носок снять сегодня. Биня-биня-биня. Бенька-бенька-бенька. Бенька-бенька-бенька. Давай игрушку. Иди за игрушку. Иди, веревочку, иди. Пойдем за веревочкой. Ой. Ой, давай, где игрушка? Где у Бени игрушка? Раскидала и тряпки, и колени. Ой, давай носок, смотри, носок, мамкин. Скажи, Рома, пропускай нас. Пропускай нас, мы кинем там. Отодвигайся в сторону. Чего? Отодвигайся в сторону. Да вот игрушки у него. Кость, ну, новая кость же. Нужна ему твоя кость. Выпускай, скажи, нас. Да. Ой, смотри, уделал-то. Ой. Ой, на тебе носок. Бенька, да, ты такую канаву выкопал? Пойдем, пойдем. О, смотри, твоя цацка грязная. И носочек грязный. Ой. Вот так, мамкин носок. Ой. Ой, тетя, ой. Да скажи, хватит снимать-то. Ой, посмотри, измочалил как. Хоть помыть, что не ее. Да ладно. Ну что, ладно, посмотри. Да ладно, мам, перестань. Это мочалка. Мочалка грязная. Вот, куси-куси ее, куси. Ага, смотри. Вот кошка, кошка. Она вон какая вредная. А, вредная девка-то. Он глаза зеленые поставила. Да. Смотри, осторожней. Она вон хвост-то, смотри. О. Расти побольше, потом будешь уже. Да, потом будешь их кусь. Кусь ее. Кусь. Кусь ее. Не, скажи, а то получу, скажи. Да. А то скажи, получу ненарочно, да. А там кто-то кошка, мурка там. Кошка. Кошка-мурка там, да? Вот она засела. Наверное, коты там обрызгали, что нюхает. Дверочка открывалась, я тут прикрыла. Вот, вот она где какая, зеленоглазая.
Бень, она вредная. Во, оближи, оближи, оближи. Вот так вот, вот так вот. За ухо его, за ухо. Облизал всего. Деловой парень. Деловой. Ну скажи, что так близко-то было? Да, чтоб понятно было. Чтоб понятно было. Ай, ай, ай-яй-яй. А где есть посвети? Да что удивляться, 8 марта всего. Да. Вот так. Ой. Ой. Ну, где там еще? Муська где-то шлялась. Поехали. Нет, поиграться лучше. Потом даем, скажи, да. Не голодный. Ботинок лучше. Вот так. Вот так. Веня, Венечка. Давай, кидай ко мне. Вот так, ой, где мамкин носоты? Почему это мамку разул сегодня, Ой, все, скажи, нечего мне носок грязный совать, скажи, нечего грязный носочек совать. Узенько ты наш, узенько, чистенький. Мамка все время Клещуков у тебя смотрит, да? Ой, ой, ой. Давай, дери, дери, шубейка старая, дери ее, грязни, да, сапоги стирать надо. Да. Вон, опять Мурка ходит, да, опять Мурло ходит. Че, боишься ее, да? Да, она, скажи мне, тут... Боишься ее? Разочек стукнула, да, он боится ее. Разочек стукнул, скажи меня. Да. Он какая королева засранная. Куда идешь? Куда идешь? Ну-ка убегай. Ишь ты какая. Глаза свои сердитые поставит. Иди. Да куси ее, куси. Да? А, это Муська от тебя бегает. Ну, да, это она делает вид, что она от тебя бегает. Но, пока ты маленький. Да, Муська. Пока ты маленький. Развернется сразу в стойку, хвост пушистый. Все, сразу драться. Да? Ладно, я снимал на полчаса. Все кушают из своих мисок. Молча. Но Дуняшка уже залезла в чужие миски. Так, вот она там что-то. Дуняшка, а тебе удобно так кушать? Почему бы не подойти с другой стороны? Вот почему-то она постоянно так кушает, что у нее на спине миска то Фроси, то Глаша. Так, так. Ну хорошо, хорошо, иду. Иду. Иду, иду. Ну сейчас, сейчас, подожди. Сейчас дам тебе кое-что вкусное. Кое-что очень вкусное получишь. Кое-что очень вкусненькое дам. Очень вкусненькое дам. Кое-что. Сейчас тебя сметут в сторону. Сейчас тебя сметут в сторону. Видишь, тебя уже отодвинули в сторонку. Отодвинули в сторонку. Великаны. Ну иди бы. Пока великаны не подошли. Пока великаны не подошли. Так. А, все, откинули, откинули.
Блин, на тебя. Три косточки. Ну и немного сухариков. Раз, подождите. Надеюсь, каждый возьмет себе по одной косточке. Никто не будет сразу разбирать по много. Правильно? Так. Глаша, ты пока в сторонке постой. Сейчас сильнейшие насладятся. Просит, тоже придется подождать. Потерпеть придется. Ну, с тобой разговор и так понятен. Ты всегда последняя. Иди посиди там подальше. Так, Дуня, по-моему, тут наглее. О, Фрося по-тихому взяла свою косточку. И пошла. Глаша, как обычно, пытается что-то там подлезать где-то, крохи собирает. Ну, а Дуне досталось две косточки. Ну, она свою взяла. Так, ну вот, теперь последняя Глаша. Ну, вот и все. Все с косточками, все счастливы. Все увлечены своими делами. А дела у всех важные дела. Вот такие важные дела. Там тоже дело важное. Легли бы на солнышке вы. Что вы тут в тени-то устроились? Видимо, вам лучше знать. Видимо, жарковато вам на солнышке, да? Духотища. Не продохнуть. Пустыня. Вопросы там. Чего ты клацаешь зубами так страшно? Что? Кто? Кто там? Вот смотри. Кто там? Кто там? Ой. Ой. Ай-яй-яй. Там кто-то страшный. Да. Ой. Кто там такой? Смотрите, как спят преданные хозяину собаки.
Мишань, Мишенька, тебе удобно так? Вот это подлазит под креслом, вот так вот там ложится, попой затыкает дырку в сабвуфере, видите? Видно, головой туда не ложится, потому что бухает иногда. Обалдеть. Мишка, у тебя же есть место хорошее. Мишка, ну что, едем в город. Погода отличная, закупаемся. О, видите, наделал березового сока вот по своему рецепту, тут фирменному везу. Это целлофан вчера, бордюры халявные возил. Миша, разве можно ноги кусать? Фу, фу, нельзя. Мишке 3 месяца, 3×7. Это сколько у нас на человеческий? 2 года. 2 года и такой кабан. Какой-то он у меня акселерат вообще растет. Миша, фу. А вот этот камень, под ним первая собака. Видите, на нем написано Марго. Это был боксер тигровый, прожил у родителей вот в этой дачке. Сколько он прожил? 12 лет, 13. И папа, дедушка, ну папа, мой папа, дочкин дедушка, вот такую могилку ему сделал. Мишань, фу! Вот ты любишь помоечник, вот помоечник. Но он голодный, сейчас глистов будем травить, поэтому я его не кормил с утра. Все, Мишанька, садимся в машину. Пойдешь. Это вторая миска уже. Это вторая, да, мама? Угу. А первую вылезал дочисто. Да. А что ты ему, мам, дала? Ну, вот сейчас тебе дам такое же. И мне такое же? Да. А что это? Ну, скажи, можешь сказать? Ну, суп с куриной грудцей перекрученной. Это ты ему налила туда? Да. А, так он хлеба. Поэтому так и скулит. Мишка. Не, все, нажрался. Вот что он выташнивает? Он побегает опять, прибежит. С пола подобрал крошки и удрал. Вот чего ты? Вот чего ты? Ну? Уже кушать есть что. Так ну. Что? А хвост, смотри, ровно у тебя под пяткой. Вот я ему 3 раза в день наступаю на лапу. 5 раз в день наступаю на лапу. Вот опять лег под ноги. Вот я не представляю, как такого хулигана держать в квартире. Опа, там сейчас надо проверить, может и клещ. О. Это ж просто хулиган с 3 бритвами в руках. Потому что зубы там как бритвы. Вот. И вот... Миша, фу! Представляете, как вот такую собаку держать в квартире? Только связанное надо держать. Он в том шкафу. Как тебя батька звал? А, сейчас подойду. Подойди к нему. Все. Вот это называется Бобик сдох. Закончился бензин. Разрядился аккумулятор. То есть без задних ног. Только что-то во сне куда-то бежит, с кем-то гавкает. Это сейчас 1 час дня, проснулись 8. Вот он 5 часов гонял, как подорванный. И вот это только сейчас вырубился. Сейчас подзарядится часок и опять будет давать номера. Ну, здоровенный уже вымахал. Я сейчас еду стричься к знакомой. У нее собачка, ну, маленькая, но такая боевая хозяйка. Хозяйка квартиры с собачкой. Мне интересно, как они сейчас будут общаться. Наверное, по весу Мишка такой, как она. Ну, поглядим. Покажу вам. Жучок, ну вот так вот с жучком мы прогулялись. Видео я вам все показал, которые мне хозяева прислали. Ну вот что-то руки не доходят никак. То ролик один, то другой. Никак не доходят руки разобрать вольер. Вот. Жучок, ну что, попей водички. Видите, у жучка какой ошейничек. Это нам Екатерина прислала еще в том году. Не показал вам, да? Вот тут вот такая вот у нее заклепочка. Оп, вот так вот снимается. Тут даже у нас медалька с телефоном. Жучка СНТ.
Вот. Ну все, мы с жучком с вами прощаемся, да, жучок? Прощаемся мы. Прощаемся. Давай подкушай немножко. Ну вот видите, чуть-чуть погулял, чуть покушала. Как-то так она контролирует свой рацион. Хорошо, хоть сороки не растащили твою еду, да? Все, ребят, увидимся в будущем. Пока!